Баскетбольная команда «Химки» успешно завершила сезон, став вице-чемпионами единой лиги ВТБ. Поздравить клуб прибыл глава округа. На встречу помимо самих игроков пригласили весь состав баскетбольного клуба. Глава округа в своей речи отметил важность достижений баскетболистов. Дмитрий Волошин также призвал спортсменов активнее участвовать в жизни «Химок». Без исключения все спортсмены, которые тренируются на территории города, они популяризируют спорт. А так как баскетбол – это флагман сегодня городского округа Химки, очень важно, чтобы вы приходили. И от себя лично, и от наших жителей я обращаюсь к вам с просьбой посещать эти мероприятия, когда мы вас приглашаем. После Дмитрий Волошин вручил благодарственные письма сотрудникам БК Химки и принял участие в награждении игроков серебряными медалями Лиги ВТБ. Баскетбольный клуб «Химки» основали еще в 97-м. За это время он не раз показывал лучшие результаты. В России таких клубов очень мало. Клуб, который на протяжении многих лет, можно сказать, с даты его основания, системно показывает высокие результаты. Находится в топе вообще баскетбольной повестки России. Практически каждый сезон «Химки» закрывают, будучи в тройке лучших. Групповой этап дался сложно. Тем не менее, брали 2 из 3 побед. Однако были сомнения, выйдет ли команда в финал до серии игр с «Униксом», который был выше в турнирной таблице. Обыграв казанцев, химчане попали в финальную серию Лиги ВТБ против красноармейцев. Однако противник оказался сильнее. В играх с ЦСКА дальние броски и подборы стали слабой стороной. Команда уходит в небольшой отпуск после усиленной тренировки и борьба за лучшие места как в лиге ВТБ, так и в Евролиге. Акраман Ивлоев, Дмитрий Бочаров, служба новостей.